Хорошего настроения нижегородским болельщикам прибавил и наш баскетбольный клуб. Команда Айнерса Багаскиса в Красноярске обыграла местный Енисей. Хотя поначалу на паркете доминировали хозяева. Они грамотно закрыли периметр и долгое время не позволяли горожанам забить из-за дуги. А непосредственно в трехсекундной зоне красноярцы сумели перекрыть кислород Артему Пороховскому. Как итог, к большому перерыву у нижегородцев не было ни одного точного трехочкового броска. А на табло горели 39-32 в пользу хозяев площадки. Но все поменялось в третьем периоде. У черно-белых проснулась дальнобойная артиллерия, а все тот же Пороховский нашел тропки к кольцу соперника. Плюс к этому отличная игра в обороне во главе с Дмитрием Хвостовым. Как результат, рывок нижнего 19-4. И вопрос о победителе был практически решен. Отдать должное горожанам они расслабляться не стали и до конца встречи отыграли основным составом. Закреплением успеха стал очередной рывок заключительной серии и итогом стал счет 86-73 в пользу БКНН. И Нижний досрочно занял пятую строчку по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Здесь осталось провести всего одну встречу. 26 апреля в Чехии предстоит еще игра с местным Нимбургом. Григорий Жигин, Объективно, Спорт, ННТВ.